На 9-му каналі «Час новин культури». З вами, як завжди, у цій порі Яна Фокс. Усім привіт від мене і щирі вітання від творчої команди програми «Культурне меню». Сьогодні випуск буде меморіальний, пам'ятний. Іншими словами, ми спробуємо зафіксувати і зберегти пам'ять про хорошу людину, яка щойно закінчила земне життя. Володимир Кольцов, що його навіть на жалобній церемонії друзі називали «Вовкою», помер 27 червня у 55. Кілька років тому Кольцов переніс ампутацію ноги через діабет, але зберігав активність, іноді виходив на сцену, знімався і зберігав притаманне йому почуття гумору. Так сталося, що сім'єю актора Володимира Кольцова фактично були його друзі та колеги. Єдина кровна родичка живе в іншій країні, але талантом Кольцова захоплювалися в багатьох країнах світу. Спочатку як учасника команди КВН, потім як актора театру КВН ДГУ та кабаре «Веселий пісєць». 30 червня Кольцова проводили в останню путь. Скажу вам дивне. Багато усміхалися, бо за життя Володя робив усе, аби людям не було сумно. Я в 90-м, как запил, так на политику запил. Но при этом не молчал, все же думал, то мычал. А когда я не мычал, телевизор я включал, а там все время в суете разнообразные не те. И его я выключал и опять мычал. Включал, мычал, как бы привык. Вот так и жил, тых-мых, тых-мых. Рано. На самом деле, конечно, это потеря. Это потеря просто для всего, скажем так, для всей театральной жизни города, потому что театр КВН ДГУ сам по себе является неординарным абсолютно коллективом. Вот. И Владимир Вовка был, наверное, вот одним из ярчайших таких. Вот если где-то вспоминали, говорили сразу, вот этот бородатый. Он был студентом, по-моему, первого или второго курса химтеха, а я был уже, это был там 78-й, например, год. То есть и там затевался такой стем, там был Женя Чепурняк и вот Вова Кольцов. Это были два таких ярких персонажа. И тогда мы познакомились, что-то пытались помочь им там сделать какую-то классную самодеятельность в химтехе. И уже тогда Вовка запомнился, ну потому что это был такой вот, ну, неординарный парень, очень яркий, очень такой самобытный и талантливый. То есть в нем это там, невзирая на многие факторы, его талант не удавалось, в общем-то, замаскировать или скрыть. Ну, нема, нема того, чтоб я из-за него не пойму. Ну, почему все у нас... Мы познакомились в 94-м году. Вот, и все эти годы, в общем-то, общались активно, вместе работали, выходили на сцену, снимались в телевизионных проектах. В общем-то, в тот момент, когда я с ним познакомился, он для меня уже был кумиром, да. В тот момент, это правда, для нас тогда театр КВН ДГУ был чем-то недосягаемым. Тогда еще команда КВН, сборная ДГУ, да. Ну вот, потом театр КВН, но оказалось, что на самом деле Володя был очень простым человеком, очень жизнерадостным. И я его имел честь назвать его на «вы», за что чуть не отгреб. И после этого мы много лет на «ты», много лет общались. А недавно сделал втык. Вижу в телеке мужик.
весь простой и свой на вид, и все ж понятно говорит. Я глотнул, куснул батон и вдруг понял, это он. Можно. Барак Обама, Обама Барак, ты сердце не прятал за лозунгом так, и шапки с прохожих ты, брат, не срывал, и газом ты не торговал. Барак Обама, Обама Барак, не ты посылал ребятушек в Ирак. Тебе было трудно, но ты ставил цель. Ты кончил, чьи Гарвард, чьи Ель. Барак Обама, Обама Барак, ты можешь закончить весь этот бардак. Ты миссию должен исполнить свою, а я чадо пью и хелпю. Если есть Бог, ну потому что для меня пока его нету, но будет возможность убедиться у всех у нас, в конце концов, в этом, то, наверное, ему действительно понадобились хорошие актеры. Вот сначала Бобриков, потом Кольцов. У Вовы талант был редкий еще, он не злой человек. Вот не злой человек, это очень редко сейчас, сейчас же, в общем-то, время ежей, ощетинившихся людей. А Вова, даже будучи инвалидом, там как бы без ноги, малодвижимым, скажем, там человеком, звонок, анекдот с утра. Не всегда новый, но он умудрялся его рассказывать как новый. Вот в чем все дело. Он просто считал, что это его как бы свыше данная обязанность поднимать людям настроение на сцене или вообще. То есть, и в общем, да, это его такая миссия. И это ему удавалось. То есть, действительно, поэтому вот этот вот заряд, который он как бы нам дал, он, я думаю, что еще надолго и надолго. My name is Vova, I live in Ukraine. Я прошу петь снова, точнее, just again. Не будет, no problem, между нами between. Вдруг телек как моргнет. А там, а там, а там, а там Литвин. А на самом деле, в трех словах, ну что сказать. Большой человек, большой... мысли, наверное, души. Вот просто так. Інших тем сьогодні не торкаємось, трохи посумуємо, що втратили хорошу людину і, мабуть, мало говорили про неї за життя. Порадіємо, що людині вже відхворіло та відболіло. І, звісно, переглянемо старі записи за участю Кольцова і посміхаємось. А тепер час прощатися. Дякую вам за увагу. Миру всім нам. Смакуйте життя і побачимось.